для HD канала 960 рублей в месяц, чтобы раздать любому оператору круглосуточно. И при желании вы всегда можете включить, выключить, такую возможность мы даем. И сейчас это у нас работает по всему миру. Америка, Канада, Израиль, там где очень популярно. Беларусь, Украина и так далее. Самое интересное, вот Украина, Украина, а там сколько у нас там? 3 украинских канала, так сказать, деньги нам платят. Приятно. Значит, вот это и есть дружба. Дальше. Вот смотрите, это мы покажем, можем показать прямо на стыке сейчас для экономии времени или на конференции. Любой берем телефон или смартфон из любой точки мира, кнопку нажал и пошла трансляция. Ну, Facebook все знают, никакой проблемы нет. Но главное, любой трансляции что главное? Аудитория. Да ты хоть тресни сейчас объясни, что она никому не нужна. Нужна аудитория. Так вот мы как раз показываем, что тут же можно делать онлайн-трансляции, а сейчас это качество потрясающее, да? Это раньше только профессиональные камеры, а сейчас нормальный современный телефон, HD-картинка или даже 4К, так сказать, закачаешься. И сразу обеспечиваем аудиторию мультиэкранную Винтера ТВ. Более того, подключаем статистику, и вы после этой трансляции видите, меня видно столько-то. Пользователи среднее время смотрения столько-то, общее время смотрения столько-то. На конференции 1 февраля у нас тоже будет онлайн-трансляция. И кто не сможет присутствовать живьем, может заочно посмотреть. Давай дальше. В месяц для HD-канала 960 рублей в месяц, чтобы раздать любому оператору круглосуточно. И при желании вы всегда можете включить, выключить, такую возможность мы даем. И сейчас это у нас работает по всему миру. Америка, Канада, Израиль, там где очень популярно. Беларусь, Украина и так далее. Самое интересное, вот Украина, Украина, а там сколько у нас там? 3 украинских канала, так сказать, деньги нам платят. Приятно. Значит, вот это и есть дружба. Дальше. Вот смотрите, это мы покажем, можем показать прямо на стыке сейчас для экономии времени или на конференции. Любой берем телефон или смартфон из любой точки мира, кнопку нажал и пошла трансляция. Ну, Facebook все знают, никакой проблемы нет. Но главное, любой трансляции что главное? Аудитория. Да ты хоть тресни сейчас объясни, что она никому не нужна. Нужна аудитория. Так вот мы как раз показываем, что тут же можно делать онлайн-трансляции, а сейчас это качество потрясающее. Да? Это раньше только профессиональные камеры, а сейчас нормальный современный телефон, HD-картинка или даже 4К, так сказать, закачаешься. И сразу обеспечиваем аудиторию мультиэкранную Винтера ТВ. Более того, подключаем статистику, и вы после этой трансляции видите, меня видно столько-то. Пользователи среднее время смотрения столько-то, общее время смотрения столько-то. На конференции 1 февраля у нас тоже будет онлайн-трансляция. И кто не сможет присутствовать живьем, может заочно посмотреть. Давай дальше.